п'яний був. П'яний? Ну, чого вам акумулятор? Щось. Куди він нужен? Ну, вроді, я не думав, куди я розповідав такого, щоб в дальнішим щось цим робити. Чим машину скривали? Ну, нічого, ми машинку не скривали, саме капот відкритий. Капот відкритий. Яка машина була? Сімерка і п'ятерка. Да, шов, попытался дернуть, не получилось. Вот. Чего вы залезли в эту машину? Ну, просто шли, я увидел открыт капот, приоткрыт капот, я открыл капот, взял аккумулятор. Не знаю, по глупости, были в состоянии алкогольного опьянения. В состоянии алкогольного опьянения? Да. И сколько выпили? Много. Много? Вдвоем пили? Да. И залезли вдвоем? Нет, я еще не залез. Даже не знаете, куда продать, что полезли-то вообще? Да я не знаю, капот открылся, это аккумулятор. Ну что, значит, меня черт дернул. Понятно. И что сейчас думаешь об этом, обо всем? Глупость совершил большой. Что могу, не знаешь, да, просишь, что скажешь, что... Уже ничего не сделать, наверное, не знаю, ничего. Ночное время суток. С сотрудниками полиции по камерам видеонаблюдения были замечены двое подозрительных людей, которые подошли к автомобилю УАЗ-2107, открыли капот и начали снимать АКБ.